Я буду без микрофона, мне его не дали. Я буду кричать. Я шучу, я так могу. Да ладно. Вы раздвиньте ваш стульчик. Девушка, давай. Подвиньте тут стульчик. Вы подвиньте. Я продала, да? Хорошо, подходит. Я постараюсь еще потанцевать, чтобы вообще оправдать. Добрый вечер. Здравствуйте. Как меня слышно? Хорошо. Хорошо, галерка? Да. Замечательно. И видно хорошо. Скажите, пожалуйста, кто у нас гости? Поднимаем руки. Поднимайте. Ого. Середине команды. Отлично. Я вас всех приветствую. У нас есть правила игры. Да, правила игры заключаются в следующем. Мы выключаем звуки телефона. Окей? Давайте так, чтобы не мешать кому-то. Выходить тут будет сложно вам, ну, если что, по-пластунски. Итак, добрый вечер, киевляне, гости. Наверное, здесь есть, да? Знаю, есть Днепропетровск. Да, к нам приехал. Рады приветствовать вас. Меня зовут Наталья, фамилия моя Шевела. На сегодняшний день это вы находитесь в нашем комфортном, красивом офисе. Не знаю, успели вы его разглядеть или нет, но нам здесь очень нравится. И мы будем создавать условия такие, чтобы и вам здесь было комфортно. Сегодня пойдет речь об отдыхе. Скажите, пожалуйста, кто не любит отдыхать? Лес рук. Лес рук, окей. А кто был в круизе из гостей? Отлично. Вам понравилось? Очень. Как давно? Давно. А вы? В октябре и марте прошлого года. Отлично. И по Средиземноморью или куда вы ходили? Индия, там. Окей. Вам понравилось? Да. Еще хотите? Отлично. Итак, сегодня речь пойдет о замечательном виде отдыха, который называется круизный. Наверное, так же, как и вы, я человек земной, да, и когда мне отдыха, я сразу купила как отдых, да, но когда мне еще начали говорить о том, что опыт, да, в жизни, вот, и, знаете, в сетевой бизнес я пришла в 2002 году, пришла уже, когда потеряла все, увидела в этом направлении очень перспективную нишу. Первое – это развитие себя, личностный рост и, естественно, финансовую возможность, да, для себя и для своей семьи. С 2002 года занималась здоровьем, потом мне надоели баночки, лечение и так далее. Я пошла в интернет в 2016 году, мне там не понравилось, потому что какие-то там эти финансы и так далее, мне там было скучно, я не умею продавать воздух. Вот, и круизы пришли ко мне 31 октября 2016 года как продукт, как бизнес. Я это приняла в свою жизнь, в свою голову и в свои действия 1 февраля 2017 года. Да, вот в этом месяце ровно 3 года уже и месяц, как я с этим клубом. Знаете, я большая почемучка. Кто меня знает, многие есть люди, которые знают меня много десятков лет. Я никогда не верю на слово. Я никогда не изучаю компанию по сайту компании. Я такая вот разная. Мне надо по диагонали, поперек и так далее. И знаете, с чего я начала? Я начала изучение Incruises. Сейчас я открою слайды. И мы с вами... Так. 11. Не помню, или правильно запомнила. Наверное, правильно. Была отличница. Вот, смотрите, с техникой мало дружу, поэтому не удивляйтесь. Кто еще не дружит с техникой? Есть мои подружки? Отлично. Это нас не портит. Вот, да, главное, чтобы мы знали, что, зачем, как и почему.
Вы знаете, у нас в команде есть женщина, которой, ну, уже там 7 с цифрами определенными. Валя, она сегодня находится на ранге интернациональный директор, да? И Валентина, когда пришла, говорит: а я компьютера не знаю. Я говорю: Валь, ты найди тех, кто знает, у тебя все получится. И вот она приняла это буквально. И сегодня Валентина человек, которому много лет, которая была уже, спасибо за помощь, даже не подсадная утка. Будьте здоровы. Валентина сегодня зарабатывает больше 17 тысяч долларов в месяц и уже была в 12 круизах, да? 13, извините, да. Просчиталась. Был 18-й год, когда я ее вообще не могла поймать за целый год в Киеве. Вот. И знаете, я когда начала изучать инкрузы, да, вообще круизы, я пошла... Круизы — это хорошо, я понимала, что это хорошо, но я пошла к статистике. Я человек цифр. Есть люди цифр в этом зале, кто любит цифры, обожаю. Знаете, вот против лома нет приема, да, знаете? Это очень важно. Я не знаю, как вас, но для меня это важно. И когда я начала изучать цифры, я увидела очень классную закономерность. Смотрите, во-первых, есть невероятный рост круизной отрасли в мире, да? Вообще, круизы – это тема, которая развивается в мире порядка 20-25 лет. По разным статистикам это разные цифры, да? Не будем там буквоедами, я вам пишу то, что знаю, можете мою информацию проверить в интернете. И когда я изучала инкрузес, я не понимала, с какой стороны с этими круизами. С Одессы круизы не ходят. Почему Одесское дно очень мелкое для приема таких огромных лайнеров, да? Ну, вообще не понимала. Знаете, я пошла в Google, Google мне выдал, что в мире есть 470 лайнеров, да? Но эти все лайнеры делятся на большепалубники и лайнеры, которые меньше палубами. И около 200 лайнеров – это лайнеры, которые имеют палубность от 11 до 21 палубы. Эти все 200 лайнеров имеют пассажировместительность, шампанское уже пьем. Если вы знаете телефон соседа, звоните, чтобы они вдвоем уже разделили эту нишу, ношу, да? Вот, эти 200 круизных лайнеров имеют пассажировместительность 600 тысяч пассажиромест. Я на этой цифре сказала: ого. Тогда круизная индустрия заявляла, что с 2017 года по 2026 год будет спущено на воду еще новых 140 кораблей, которые дадут плюсом вот к этой цифре, плюсом они дадут 1 100 000 пассажиромест. Я сейчас вам объясню, почему я вам сейчас говорю об этой математике, да? Смотрите, приплюсовав 600 и 1 100 000, получилось 1 700 000. Я пошла в круизную базу на сайт Incruises и посмотрела, что продолжительность круиза по времени в среднем там 7, 10, 15, 21 ночь. Берем 10 ночей, в одном месяце, в 30 днях помещается 3 раза по 10 ночей, правильно? Я умножила 1 700 000 на 3, то есть каждый месяц надо отправлять в круизной индустрии 5 100 000 человек. Каждый месяц. Мне эта цифра понравилась. Следующий Google выдал, что круизная индустрия делает товарооборот в месяц около 2 триллиардов долларов. Недозаполняемость — это где-то 20%. Это 400 миллиардов. Мне это понравилось. Я поняла, почему инкрузес сегодня будет... Тогда я поняла, почему инкрузес будет в тренде, потому что есть куда расти. Понимаете, да? Чуть-чуть я хочу, чтобы вы понимали это. Потому что, когда мы чего-то не понимаем, ну, мы, наверное, уже настолько взрослые, что нас нельзя как котят, да? Главное, чтобы мы понимали, а потом знать зачем. Да? Согласны со мной? Подходит. И знаете, мне понравилась эта цифра. Следующая цифра мне очень понравилась. Когда я ее узнала, я поняла, я буду делать этот бизнес. Смотрите, 140 лайнеров
Вы можете посмотреть «Орел и Решка», включить. Можете в гугле проверить мои цифры. Говорю вам абсолютно ликвидные цифры. Один лайнер для того, чтобы его построить, спроектировать, он стоит от 1 миллиарда долларов. Для того, чтобы его нафаршировать, оборудовать и уже пустить на рейс, да, это еще 3-7 миллиардов долларов. Среднестатистические статисты говорят 5-6 миллиардов. МЛРД. 5 миллиардов умножить на 140 лайнеров. Тут не надо быть профессором математических наук, чтобы понимать, какая цифра. И когда у меня вырисовалась эта цифра, вы знаете, что я поняла? Я не знаю, как у вас, может быть, у вас так же, как и у меня, когда-то были в жизни шансы. Когда-то моя знакомая на заре 2000-х годов мне предложила две акции Фейсбука. Я ей покрутила у виска. Сегодня она крутит у виска мне, потому что... Понимаете, да? И вот когда я посчитала эти все цифры, я поняла одно. Боже, я ничего не понимаю. Я не знаю, как с этим жить, но я понимаю одно. Что если люди вкладывают такие деньги в один корабль, а их 140 будет, значит, они просчитали рентабельность, значит, эти ребята знают что-то больше меня. Вот это вот было вот отправной моей точкой, ключевым, почему я здесь и почему я это развиваю. И я благодарна Богу и благодарна тем людям, которые меня пригласили, потому что это послужило хорошим витком, да, моего развития, развития большой команды. И сегодня я хочу сказать для бывалых, если в зале таковые есть в зале, да, с 1 февраля 2017 года в нашей команде уже 159 стран. За 3 года, ребят. Понимаете, да? Я в бизнес пригласила всего 5 работающих человек, 5, которые вместе все командой создали 15 900 человек. Понимаете, да? Это не мне, это вам аплодисменты. Спасибо большое. Да, и я хочу сказать о чем. Вы любите путешествовать? А вы были в круизе? А хотелось бы. Сложно. Почему? А для любопытства? Ну вот же любопытство, да, наверное. Надо попробовать. Окей. А вы любите бонусы, скидки, акции? Любой наш человек любит. А зачем мне любой? Я с вами разговариваю. Да, конечно. Нам любые не надо, да? Смотрите, я вам сейчас продемонстрировала 4 вопроса, на которых работает моя команда, имея 159 стран. Человек говорит, вы любите путешествовать? Нет. Next. Вы любите путешествовать? Да. Окей. Вы были в круизах? Нет. А хотелось бы? Да. А знаете, что это такое? Нет. А можно покажу вам одноминутный ролик? Да. Человек посмотрел, вам понравилось? Да. Вы хотите так? Да. А любите бонусы, скидки? Да. Знаете, в этом мало разбираюсь. У меня есть Ирочка, моя подруга, которая дольше больше, она вам все расскажет более популярно. Ребят, это все очень просто, потому что 94% населения планеты Земля любит путешествовать. С нами или без нас они ходят или ездят в путешествия. Понимаете, я о чем? Плюс сегодня интернет – это тот ресурс, который будет привлекать ваших потенциальных друзей, клиентов, даже людей, которые не знакомы с вами были, но они через эту возможность будут с вами знакомиться. Итак, Его Величество круизный клуб, но хочу вам 2 минуты сказать, что такое круиз вообще в целом. Знаете, вот кто был в круизе, можете мне кивать, это такой некий рай, некий мини-город, некий развлекательный центр, некое такое вот, знаете, огромное посудина, огромный отель уровня 5-7 звезд, который вас будет доставлять из страны в страну, из порта в порт, по тому маршруту, который вы выберете. Столько времени, насколько вы выберете. Да? За это время, пока вас будут возить, вас будут развлекать, потому что музыкальные бары, танцполы. Представляете, если вы любите танцевать, на каждом лайнере есть учителя по танцам.
Вы можете себе нанять на час в день, на 2 часа в день. За это не надо дополнительно платить. Они вас будут учить, как там вам правильно делать ваше па. Да? Это невероятное, как бы, такой, вы знаете, отдых, который не похож ни на что. Для мужчин это спасательный круг. Почему? Потому что мужчины могут себе, пойдя с женой или с любимой женщиной, иногда это особи разные, да? Любимые, не всегда бывают с женой. Вот. Все верно. Такая жизнь. Что рубить? Да? Смотрите. Да, так и да. Смотрите. То есть, когда мужчина зарабатывает деньги, да, у него не всегда есть время отвезти вовремя жену в ресторан или пригласить там в театр или в кино. Не потому что он плохой, потому что сегодня время, оно такое, знаете, жесткое. И лайнер – это то место, где у каждого человека есть возможность, дорогая. Вы себе представляете, на лайнере ресторан вечером, за вами закрепляется столик, ваш официант, вас обслуживают по высшему уровню. И вы говорите, дорогая, ты сегодня в ресторан идешь в черном или в белом? И по этим ступенькам Сваровски, черт побери, которая одна стоит 7-9 тысяч евро, понимаете? Она идет своими красивыми ножками. Вы ее каждый день можете приглашать в кино, в театр. То есть... Мужики, вы себе поставите галочки за недочеты, когда у вас не было времени, или галочки наперед, и она будет вам, знаете, это вот идиллия такая семейная рождается в круизе, потому что круиз восстанавливает, знаете, он поднимает у нас вот это вот запылившееся чувство. Вот мужики у нас очень многие, которые с семьями ходили в круиз, они говорили: «Наташа, спасибо большое, потому что я, говорит, окунулся в медовый месяц». Потому что, вы понимаете, там энергия синей воды. Эти 3, 5, 7 тысяч человек, которые ходят немножко крейзи, немножко счастливы, понимаете? И вот это вот все передается, это огромное счастье, оно волной ложится, и вы там не можете себе позволить не быть. Окей? И танцевальные мастер-классы, белые вечеринки. Это вообще действо на лайнере уникальное, когда капитан просит всех быть в белом, потому что там рампы светят разными огнями, а каждая ткань белого, она отзеркаливает по-разному. И люди ходят как ионовые, понимаете? Такие красивые, светятся, танцы, все довольны. Это шампанское, пирамида строится. То есть очень классно. Активный отдых, скалодром, сноуборды, всевозможные ледовые катки, теннисы, боули. Это все входит в стоимость круиза, все, что я вам сейчас показываю. Питание на лайнере. Мое любимое слово, извините, гастрономический оргазм. Ребят, ну гады, они столько там еды. Кто любит сладкое? Капец вам. Знаете, это когда сила есть и воля есть, а силы воли нету. Представляете, идешь, а там эти фонтаны с этого шоколада белого-черного. Там эти десерты, они выстраивают пирамидками, разными композициями. Ну нельзя, знаете, как это, не проходите мимо. Да, если будете еще подниматься еще раз. Все хорошо. А что тут? Не-не, продолжай, все нормально. Да? Угу. Девайс что-то пишет мне. Вот. Рестораны, то есть очень классная еда, да? Очень комфортабельные, хорошие каюты на лайнере, неважно, они с балконом, внутренний или с окном, там есть абсолютно все для вашего комфортного пребывания. Релакс-зоны, джакузи, спа, лежаки, это все входит в стоимость круиза, да? Сауны, пожалуйста. Ну, кто имеет детей или внуков, как бы мы их не любили, но на отдыхе нам охота час-два от них куда-то спрятаться. Знакомая ситуация, да? Хоть бы час где-нибудь. Так вот, лайнер – это место, где вы будете релаксовать. Потому что каждый лайнер оборудован целой детской палубой или детскими комнатами, куда вы можете открыть почасово вашего ребенка на 2 часа, на 4, на 6. Там маленькие группки, 3-5 лет одна группа, 6-7 лет другая группа, 8-10 третья там, и так далее. На 3-4 детей один аниматор. Если вы ребенка даете там на 6 часов, его покормят, он поспит. Вам не надо за это париться. Вы можете в это время быть, шопиться где-то там и так далее, или
отдыхать или релаксовать, что хотите, да? Вот, то есть круиз – это романтик. Вот кто любит романтику, это другой, каждое утро другой закат, другой расцвет, каждое утро другое небо, каждый день другие впечатления, каждый день другой город, другой порт, другой шопинг. Мальчики, готовьтесь. Да. Вы без жены пришли? Да. А жаль. Дали Будда. Вы дали Будда, я поняла. Вот, то есть лайнер — это то место, где вы найдете комфорт, потому что это будет ваш отель, где вами будут дорожить, где вас будут ценить, где за вами будут ухаживать, где вы будете чувствовать себя таким, знаете, королем и королевишной. ЮНЕСКО признали круизный отдых, есть 5-летние исследования в цифрах, также можете посмотреть в гугле, самый безопасный вид отдыха в мире вообще, да, который может быть. Тут статистика, которую я немножко упущу. Одно единственное скажу, что репотребляемость продукта очень высокая, и вы знаете, что любой бизнес, который есть на планете Земля, неважно, чем мы занимаемся, продаем маркеры или столы делаем, или что-то еще, самое важное в любом бизнесе – это клиент, правильно? Конечный потребитель. А еще самое хорошее, когда он счастливый, довольный и дает рекомендации. Так вот, 87%, если взять всех 30 миллионов, которые были в круизах, 87% из 30 миллионов выбирают этот вид отдыха как постоянный вид отдыха, потому что это действительно классно, да? Это высокопробно, это очень драйвово, это красиво. Клубинг Крузес. Знаете, здесь хочу снять шляпу перед создателем компании Крузес, потому что человек уникальный, который придумал некую модель. Знаете, сегодня, может быть, на рынке вы можете сказать, что есть много там каких-то предложений, турфирм и так далее, но мы сегодня вне конкуренции. По многим причинам, сейчас я вам их объясню. Клубинг Крузес был создан 24 августа 2015 года. На мировой рынок клуб вышел 16 января 2016 года. Сегодня это более 180 стран в мире. И это наш президент, основатель компании Майкл Хатчесон. Человек, который, знаете, я об этом человеке могу говорить много, но скажу такой каламбур. Человек человеком человек. Точка. Остальное можете додумать. Да? Во-вторых, человек весьма неординарный. Почему? Из детства у него была мечта ходить в круизы с семьей. И вот эту вот мечту он превратил в жизнь. Когда-то я прочла в одной из книг великих, что если у вас есть детская мечта, она экологична по отношению к миру, по отношению к людям, к сообществу, то если вы эту мечту сумеете одеть в бизнес, то это будет очень большой международный бизнес. Да, вот это вот случилось в Крузес. Компания, которая имеет невероятную миссию, стратегию, тактику, концепцию. Компания, которая нацелена на то, чтобы люди, которые среднего уровня достатка и ниже среднего, могли позволить себе отдыхать на уровне высоко... Я тут никому не мешаю. Девушка. Извините. Окей. Смотрите, то есть компания, которая имеет видение и миссию, да? Следующий момент, почему мы сегодня одни из, вернее, единственные, а не одни из. В мире есть очень много турфирм и так далее, очень много сайтов по продаже круизов, да? Может быть, еще предыдущий? Нате, пожалуйста. Смотрите, то есть, что такое инкрузес? Есть в мире вот 470 лайнеров, кораблей, пожалуйста, купить маркеры в офис. Значит, 470 кораблей, 470 лайнеров.
Вот. И эти все лайнеры, американцы, конечно, молодцы, потому что эти все лайнеры целиком и полностью подчиняются международной круизной ассоциации, которая называется КЛИА. КЛИА – это некий профсоюз лайнеров, который в себя вобрал все, что связано с кораблями. От момента планировка, застройка лайнера, судостроительные верфи, спуск лайнера на воду, проверки, маршруты, стандарты, образование, все, что связано с обслуживанием, да, на лайнере, и маршруты, стандарты и так далее, до утилизации лайнера, это все КЛИА. Окей? Инкрузес заключили 10-летний контракт с КЛИА о том, что они дадут за 5 лет более 100 тысяч пассажиропоток новых клиентов. Нам сегодня 4 года. Компании, да, я в компании 3, компании 4. Сегодня уже 118 тысяч. То есть мы идем с опережением. Понятно, да? Потому что говорили 100 тысяч за 5 лет. И нам КЛИА открыли шлюз и дали возможность иметь уникальную торговую марку, которую назвали «Доллар круизный», которая позволяет каждому клиенту иметь свой личный букинг из 5000 круизов 24 часа в сутки, 365 дней в году. И наши круизные доллары принимаются абсолютно всеми лайнерами, которые есть в нашей базе. Это около 200 лайнеров, 5000 направлений. Это понятно? Что это за личные доллары? Что? Сейчас я расскажу. Запатентована валюта, которая принимается лайнерами, да? Что такое круизный доллар? Есть страховки, перестраховки и так далее. К этому мы вернемся, если вам будет интересно, да? Смотрите, что такое инкрузес и как работает наша система. Тут есть новички? Вы гости? Вы гости. Скажите, пожалуйста, вы хотели бы сходить в круиз или вы уже были в круизе? Хотела бы. А как вас зовут? Наташа. Боже, это прелесть. Прям тезка. Наташ, скажите, пожалуйста, все, что вы услышали до этого, вам понравилось? Да. Да, вам понравилось. Что предлагает компания? Компания предлагает первую очень важную опцию для клиента. Это членство в клубе. То есть компания говорит, если вам, Наташа, интересен круизный отдых, то вы можете себе открыть круизный счет на сайте компании, на который вы каждый месяц будете инвестировать $100. Эти $100 сразу же конвертируются в $200 круизных. И так вы себе накапливаете на ваш круиз 3, там 4, 5, 6 и так далее месяцев. Это понятно? Круиз вы ваш бронируете, например, возьмем 5 месяцев. За 5 месяцев ваша суммарная инвестиция составила $500. У вас на счету 1000 круизных. Именно за эту 1000 круизных вы бронируете себе любой круиз из количества 5000 направлений. Это понятно? Да. Почему у нас придуман круизный доллар и чем его едят? Потому что на рынке устоялась некая уже схема, да, продажи туризма, понимаете, да, или это отели, или это лайнеры, неважно. И этому уже 20 лет, например, круизом, да. И пришла инкрузес, они не могли это все как бы поломать, этот домик. И чтобы не демпинговать явно на рынке, был придуман круизный доллар, который один к двум. Я понятно говорю? Вы киваете хоть, господи? Да, не понятно. Доллару. Еще раз. Один к двум. Что к доллару? Один к двум. Вы положили $100, тут же у вас в кабинете высветилось 200 круизных. В следующий месяц вы положили $100, у вас уже 400. Я понятно, да, говорю? В следующий месяц $100, у вас уже 600. $100, у вас 800 и на пятый месяц 1000. Я ответила? Более подробно вам расскажут, не сейчас. Окей? Я вам взагалі говорю, понятна картина мира или нет? Понятно, да? Замечательно. Что? Да? Хорошо. То есть есть круизный счет. Знаете, хочу так, может быть, наперед забежать. И вот многие люди сидят, ага, сейчас по $100 пособирают. Не вот.
Да, изменится. Да? Вот. Поэтому я с вами согласна, была на вашем месте, но все течет, все меняется. Смотрите, у нас есть перестраховщик всех платежей, это Trust My Travel, да, это страховая компания, которая работает в сегменте туризма. Компания сотрудничает с Барклайбанком. Плюс у нас есть легализация компании SOT, это Seller of Travel. Компания Intrusus имеет регистрацию в 5 штатах Америки, которые есть законодателями туризма в мире. Да, и в каждом штате компания имеет свой регистрационный номер. Можете зайти на штат сайта. То есть это сегодня все можно проверить. Да? Вбить этот номер, и вам выдадут, что Intrusus именно под этим номером зарегистрирована компания. Плюс за нами Bluetooth Dun & Bradstreet. Это компания, которая защищает права потребителей. Именно поэтому у нас каждый человек, который начинает оплачивать и передумал за 14 дней, он может вывести деньги без потерь, то есть без каких-либо объяснений. Да, понятно. Плюс еще немаловажный фактор, наверное, в том, что он так быстро бегает. Вот. Немаловажный факт, наверное, в том, что каждый человек по накопительной программе, когда накопил, он имеет возможность использовать неполную сумму, что является хорошей градацией, да, потому что первый год клиент использует 60% от накопленной суммы, второй год 70%, третий 80% и так далее. Почему нам дают скидку? Потому что эти деньги должны поработать. Вы это тоже, наверное, понимаете. Да? Бесплатного сыра не бывает вообще в мире. И второй пакет, который есть в Intrusus, это пакет партнерский. Если, например, вы любите путешествовать, вам понравилось то, что вы услышали? А скажите, с какой целью вы сегодня пришли? Вот вы пришли попутешествовать или что-то хотите большего? Ну, что-то узнать, разобраться. Путешествую я очень много. Так. Хочет зарабатывать деньги. Как зарабатывать? Я хочу посмотреть, что это такое. Что-то новенькое. Что-то новенькое. А вы чем занимаетесь? Архитектор. Замечательно. Смотрите, вот у кого есть цель разобраться в этом, и не только путешествовать, а на этом зарабатывать или хотя бы ходить в круизы за ноль. Есть такие люди в зале? За ноль, да? Отлично. Как вас зовут? Аня. Анечка, как моя дочь. Очень приятно. Аня, смотрите, вы любите путешествовать? Стараюсь. Стараюсь любить, да, Аня? Да. Ну, хорошо. Смотрите, что? Если звонок, то очень. Это кто сказал? Смотрите. Как показывает опыт и практика, если есть человек, неважно, как его зовут, то наше окружение, наше отражение. Если человек любит путешествовать, да, человек X, то, естественно, окружение вокруг него любит путешествовать. Согласны или нет? Да. Согласны. 100%. Да? Компания говорит, вы можете быть членом клуба и себе просто накапливать $100, пользоваться всеми привилегиями, иметь хорошую скидку и так далее. Или вы можете быть партнером. Партнерский пакет стоит $295. Этот пакет дает вам возможность давать рекомендации, да, то есть участвовать в реферальной программе. Да? Ну, например, Аня говорит мне, я стараюсь любить путешествовать, но в моем окружении есть люди, которые путешествуют. Может быть такое, чисто гипотетически, да? Ну, есть такое. А, есть даже такое. Хорошо. И я говорю, Анечка, то, что вы услышали до этого момента, вам понравилось? Очень. Понравилось. А скажите, пожалуйста, имела бы я честь донести вашим знакомым, друзьям их выгоду, как быть членом клуба и меньше платить на их личном отдыхе? Да. Да. И вот, смотрите, по рекомендации Ани пришел мистер X, который начал накапливать $100, да? Пришел мистер Y, который начал накапливать $100. Мистер Z, который начал накапливать $100, да? Там неважно, там B, C,
лифте и возьмем, да? То есть у Ани есть 5 рекомендаций. Компания Ани единоразово за каждую рекомендацию выплатит такой приятный бонус по $20. Он единоразовый. То есть Аня за 5 этих рекомендаций, что она рекомендовала 5 человек, которые начали накапливать по 100, получит $100. Да? Но самое важное произойдет с регистрацией 5-го человека. Потому что как только у Ани будет 5-й человек, с этого момента компания Аню выводит на опцию безоплатное членство. С этого момента Аня уже сама не будет накапливать свои $100. Компания Incruises каждый месяц будет Ане в кабинет начислять $200 круизных за то, что она когда-то потрудилась и пригласила 5 человек, которые накапливают себе на круиз. Это понятно? Да, понятно. Это просто? Ну, в общем, да. А? Да. Что мне так жарко? Водичка. Водичка. Мне жарче. Это с условием, что они все время будут накапливать. Никакое время. Как вас зовут? Лена. Лен, вы любите путешествовать? Вы много путешествуете. Расскажите, пожалуйста, вам как путешественнику, неважно, чем вы занимаетесь, вам выгодно экономить деньги на вашем личном путешествии? Обычно я, наоборот, на всем экономлю, чтобы только путешествовать. Супер. Не доедываю, да, не допитываю, я поняла. Смотрите, мы вас тут немножко по-другому научим. Мы научим вас рационально не ограничивать себя, да, а немножечко перевернуть ваши эти песочные часы, да, чтобы у вас, ну, по-другому научим вас обрести ценности другие. Я понимаю, что путешествие – это наша жизнь, и мы это любим, и нам интересно посмотреть и Ниагару, и Сахару, да, и так далее, и все диковинки, и те же фьорды. Ну вот, но помимо этого есть еще жизнь. Окей? Поэтому я спрашиваю, вы как путешественник, вам в принципе вот выгодно путешествовать дешевле? Конечно, да? Вы спрашиваете, эти люди должны накапливать. Они накапливают с удовольствием. Почему? Потому что они экономят свои деньги на своем личном отдыхе, осуществляя свою мечту. Точка. Понимаете? Их не надо мотивировать извне. Вы любите путешествовать? Обожаю. Вам интересно получать вот бонус, скидку, а еще мы вам можем помочь путешествовать за ноль. Вам это было бы интересно? Ну вот и все, ребят, понимаете? Вам нравится то, что вы слышите? Да. Не. В этом да, капец. Расскажи мне. Тяжело, да. Я просто не человек цифр, поэтому я просто пытаюсь понять принцип, а ну и отсюда партнер получает $200 ежемесячно, если он приносит так, да? С какого фонда? Откуда берутся эти деньги, которые даются партнеру каждый месяц? 200 круизных. Круизных. Да. 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 Смотрите, вы привели в компанию 5 человек, которые каждый месяц дают товарооборот компании $500. Я ответила? Да. А компания вам дает бонус за то, что вы однажды поработали? Компания стоит. Еще раз. Уже теперь можно есть? Компании что? Подождите, как вас зовут? Вы не так считаете. Для того, чтобы так... Нет, вы неправильно считаете. Для того, чтобы... Смотрите, для того, что я тоже так думала, мне тоже в голову не лезло, 100 приносим, 200 дают, я беру $100 для каждого. Они никому не дают баксы, они ваши 100 конвертируют в 200. Это понятно, да? Раз. Во-вторых, есть люди с туризма в зале. Вы... 50, что ли? Послушай, сотку даже. Смотрите, а вы знаете о такой фишке, как рекламные туры? А сколько для вас стоит рекламный тур, если вас отель приглашает погостить, посидеть, посмотреть, чтобы потом вы туда прибыли? Сегодняшний день? Не, вообще, рекламный тур для вас сколько стоит?
на 100-150 долларов дешевле, чем ты. А в 90% это ноль. Это не то, что было раньше. Ну, раньше было ноль. Это сейчас чуть-чуть зажрало из отелей. А раньше было ноль. Точно так же мы являемся рекламными турагентами. И для большого количества круизов круизы обходятся ноль. Поэтому компании есть чего платить. Я ответила? Я благодарю ваши услуги. Наташа, да. Вы скидите 295, потому что мы поднимаем. Еще раз. Что такое 295? Еще не дошли. Сейчас все расскажу. Я волнуюсь. Зачем? Смотрите, вы можете быть клиентом, себе накапливать по 100 долларов. Это понятно, да? Вы можете быть, купить себе партнерский пакет. Этот пакет вас обеспечит, что у вас есть личный кабинет для бизнеса, и вам программа выдаст реферальную ссылку. Например, вы меня пригласили. Наталья, привет, привет, любишь путешествовать? Да. Я тебе дам ссылочку, зайди зарегистрируйся, посмотри, сколько есть круизов. Как только вы мне дали ссылку, я зарегистрировалась, у вас в кабинете написано, первый партнер у вас Наталья Шевела. Хотелось бы. Да? Смотрите. Смотрите, с этого пакета программа 100 долларов отправит на ваш круизный счет, который так же, как у клиента, спасибо за помощь, будьте здоровы, превратится в 200 долларов круизных, а 195 один раз в жизни, который входит в 295, человек оплачивает как бизнес-лицензия. Это понятно? Понятно? Я ответила? Раечка, ответила? Хорошо. Гостям понятно или нет? Понятно. Еще. Вопрос. Вы, пожалуйста, обязательно на по 100 ежемесячно или можно сразу 900? Там? Нет, только 100. Понятно. Задним числом можно, например, вы можете пропустить там 2-3 месяца и заплатить. И заплатить 200-300. Да? У вас круизы оцениваются в 1000 долларов? Еще раз. У вас круизы все оцениваются ровно в 1000 долларов? Нет, у нас круизы стоят, я вам скажу сейчас градацию цен. Значит, смотрите, 7-9 ночей, 7-9 ночей, 7-9 ночей стоит, например, Средиземноморье стоит от 450. От 450 до 600 долларов реальных на двоих на 5-7-9 ночей. Пять, семь, девять ночей. На двоих. Я имею в виду, какой период? Сезон. Любой. Да, вы можете сейчас зайти. Если вы раньше бронируете, высокий сезон для вас будет такой же, как низкий, когда быстро покупаешь. Наталья, хорошие цифры? Да. То есть не круизные 600, а 1400. На двоих. На двоих обычные. На двоих. 600 это 9 ночей. Окей? Сколько месяцев надо проплатить, чтобы первый раз поехать в круиз? Ну, как минимум 6 месяцев вам надо проплатить, чтобы вдвоем поехали в круиз. Место на 64. Да. Что? Ну, 1200. Да, там хватает. Там хватает. А? Про детей. Накопите больше или откройте два аккаунта, накапливайте на два аккаунта, сливайте в одну каюту, езжайте отдыхать. Можно платить. Ну, не на себя, а на жену, там, на ребенка, и можете ехать в одну каюту. Окей? Вопрос. Да. Я привел пятерых друзей, да? Ребят, тише, извините, пожалуйста, если можно потише. Да, да, я привел пятерых друзей, да. Пятый заплатил, очередной пятый заплатил 500. С этих 500 я получаю первый раз 200. С
всегда 200. То есть, им теперь надо продолжать? Каждый месяц они накапливают себе по 100. Конечно. При условии, что они продолжают. Да, если кто-то из них не продолжает, то вы просто накапливаете сами на свой аккаунт 100. Ну, если кто-то делает, там, берет каникулы, что возможно. Смотрите, у нас же, это ж не принудительно, да, вот человек, смотрите, начал накапливать, 3 месяца накапливал. Мы живем в Украине, все же понимаем, да, у человека есть $600. Пришел домой, жена отодвинула мебель. Девочки, любите двигать мебель? А там обои не того цвета или краска, все, делаем ремонт, да, и платить нечем там 2-3 месяца. Например, вы сделали пропуск, да, вы не платили, у вас образовался в кабинете минус $300. Вы заплатили этот минус, у вас он преобразовался в 600, и плюс эти 600, у вас есть 1200. А возьмем второй вариант, да, что если вы, например, не платили 3, 4 или 5 месяцев, да, или 6, 8, 9, 10, 11, неважно, любой период до 11 месяцев вы можете не платить. Но у вас есть два варианта. Вы можете или заплатить за то, что у вас пробел, или вы можете аннулировать эту задолженность заявлением просто в компанию с вашего кабинета. Компания убирает эту задолженность, выставляет вам новый счет на $100, вы его проплачиваете, они также конвертируются в 200 круизных долларов, и эти 1200 сюда присоединяются. Я ответила? Да. Для того, чтобы у вас была, сейчас я продолжу чуть-чуть, одну секунду, чтобы у вас была пятерка, подпишите ваших друзей 6, 7, 8 человек, чтобы... Если кто-то когда-то не платит, у вас была пятерка. А если друзья моих друзей начинают тоже? Но если вы пригласили друзей, которые как клиенты, есть. Я как родитель. Да, вы как родитель всегда маете бонус. А где это фиксируется? Это в вашем кабинете есть все. А они должны называть, что вот... Нет, они не должны называть. Вы даете ссылку, и программа это все видит. И вы видите все в вашем кабинете. Да? Правильно? Да. Все работает в часе. Да. Если вот 3 месяца копил, потом денег нет, и как бы, ну, понятно, не там выхода. Вот выход типа уйти, то есть или 300, да? Покажи, да? Не сразу слышала. Что? Пожалуйста, по родителям, по русскому связи. Это указывать обязательно надо? Каких родителей, каких родителей? Не-не-не-не-не. Он говорит, что если я пригласил... Тихо! Друзья, у меня голос бывает очень громкий. Да? Тихо. Смотрите. Мужчина задал вопрос. Если я пригласил человека, то как я буду видеть, что он кого-то пригласил? А я говорю, что это все отражается в кабинете, а он говорит, я как родитель все вижу. Я говорю, да. Ответила? А вопрос относительно детей. Стоимость для детей. Линия МСИ практикует детей 7, 9, 11, 17 лет бесплатно. Но каждые лайнеры имеют... Это надо смотреть условия на официальных сайтах лайнеров. Какие у них условия, такие у нас. Еще какие вопросы? Во время круиза есть проблема с языковым барьером? Как вас зовут? Маша, радость наша. Машенька, смотрите, я вообще полиглот, страшный. Я знаю 10 языков в совершенстве. Это 10 слов по-английски. Да. Я хожу в круизы, еще жесты никто не отменял. Вот. Я очень хорошо общаюсь, и меня все понимают. Мне говорят, что у меня на лице написано «смайл». Понимаете? Да? Да. Не парьтесь, Маш, не парьтесь. Я знаю, вот знаете, сегодня надо изучать английский язык. Это точно. Ну, так сложилось. Какие еще вопросы будут? Какие еще будут вопросы? Скажите, пожалуйста. Сейчас, подождите, тут первое. Скажите, пожалуйста, а есть какая-то статистика, сколько заполняют вот инкруизы с вот своими людьми и сколько туроператоров? Просто интересно. Ну, я вам хочу сказать, буквально где-то месяца 3 назад
в октябре месяце я была в Москве. Сейчас скажу по Украине, была в Москве. Мне на встрече была очень крутой владелец сети тур-сети в Московской области. И когда она узнала, что у меня за... Тогда еще не было 3 года, у меня было 3700 круизов забронировано командой за неполные 3 года. Она сказала: Наталья, вы меня радуете, удивляете, потому что столько круизов в Московской области за 3 года не отправила людей. Получается больше половины круизов. Да. Можно этим оперировать? Да. Я просто, знаете, как... Да. Факт, ну, вот у нас было уже людей. Больше 4000 круизов, вон Валечка сидит, в 13 была, помахай нам. Раечка поправила меня, она, я говорила в 12, она говорит, не в 13. Валя, Валя, хотят, покажи Валечку, ну, иди сюда, вот так вот. Вот Валечка, о которой я говорила. А как может инкруиз половину заполнять, если круизов было 30 миллионов на планете Земля людей, да? А инкрузов это 118 тысяч. Это будет неправильная цифра. Да, это будет неправильная цифра. Вот. Я вам говорю, что по ценовой политике люди с удовольствием пользуются клубной системой, потому что это им выгодно, понимаете? Это им выгодно. А еще у нас непаханное поле. Что у нас? У нас на Украине больше 3000 человек зарегистрировано. Вообще ни о чем. Вы о чем говорите? Вообще ни о чем. 3000. Винкрузы, да? Чуть больше 3 всего. Знаете? Украина. Знаете, многие говорят: ой, я слышала о Бинкрузе. Уже поздно. Ой, уже поздно. Еще только начало. Я говорю всегда, у меня один ответ железобетонный. Слушай, говорю, я тебя знаю как мужика очень умного. Если ты слышала о Бинкрузе, то есть несколько причин, почему ты не там. Или ты не то слышал, или не у тех, или не так, или не в то время. Давай еще раз послушаем, чтобы уже поставить точки над «и». Да. Точка. Нравится аргумент? Очень. Железобетонный. Я вообще железобетонная. Да. Да. Скажите, пожалуйста, если, например, как вылетать? Это за свой счет? За свой счет. Вылетать очень нормально. Берете заблаговременно, вы же бронируете круиз, берете заблаговременно перелеты. Перелеты есть по 30 евро туда-обратно, есть по 70, есть по 100. Любого, любого. При бронировании круиза сразу оплачивать надо, да? Что? При бронировании круиза сразу же идет оплата этого круиза. Но вы же оплачиваете с кабинета. Ну да. Круизами, долларами, да. Но вы же его не бронируете, смотрите. Вот вы, например, вы новичок? Вот вы пришли к нам. Вам же не надо сразу бронировать. Вы себе накапливаете, заходите в базу. Дорогие дамы, я очень вас уважаю, пожалуйста. Смотрите, заходите в базу, себе смотрите, ищите, подбираете, накапливаете, смотрите, ищите, накопили, понимаете, куда хотите, когда хотите, насколько хотите. С кем? Зашли забронировать, с кем хотите. Самое главное. Ну и так далее. Не, ну почему? Ну мы девочки можем и там найти. Там, кстати, охотников много, да. А если бронируешь, недостаточно вот этих 6 по круизным клубам? Можете чуть-чуть доплатить виза или мастер. Один к одному? Нет. А, один к одному, да. Доплата, один к одному. Ну, конечно, это уже не круизные. Окей? Я свои накопившиеся круизные доллары должен за какой-то период обязательно выбрать? Нет. Их можно кому-то передавать? Передавать нельзя, их можете передать только по наследству. Вашим ближайшим родственникам есть юридическая форма в кабинете. Вы можете вашими круизными долларами с собой в каюту взять кого-то. Но если вы не хотите ехать, есть Додика у Методика, спросите у Ванечки, он вам расскажет. Детей отправить. Да, но детей не обольщайтесь, человеку должно быть не менее 21 года,
чтобы на него забронирована линия круиз. Потому что если нету в каюте человека, которому 21 год и выше, каюта не будет забронирована. Маш, тебе нравится? Да. Ты мне так нравишься, ты такая классная. Если, допустим, ну, по каким-то причинам закрываешь средства, что происходит? Ничего, там есть кнопка «Удалить аккаунт». Ну так, если вы хотите вернуть ваши деньги, то есть, я не буду сейчас на камеры это говорить. Ну это уже нюансы, да. Есть разные варианты, вам Иван расскажет. Окей? Их очень много есть. Корректно? Конечно. Это американский бизнес, там все правильно. Да, все правильно. А можно узнать, вот первый год все в основном ездят, или те, которые на второй год? На второй год ездят. Я, например, поехала в первый свой круиз. Я начала строить бизнес 1 февраля 2017, круиз пошла 16 марта 2018 года, через год и месяц. Да? Как вы так долго продержались? Вы знаете, я в этом, ну, я хорошо разобралась в теме, у меня была куча аргументов, и мне никто не открыл рот сказать, ну, ты сначала съезди, мы потом. Потому что все зависит от того, как вы это принимаете для себя, насколько вы это уложили у себя вот здесь, насколько вы имеете веру и аргументы, насколько вы знаете тему, и насколько вы знаете четко, куда вы идете и зачем туда идете. Неверно понял его вопрос. Я говорил, как вы продержались. А потому что мне, прежде чем поехать в круиз, еще надо было погасить много кредитов и так далее. Может быть, у вас этого горя нет, но у меня было. Я не буду говорить о грустном. Это все прошло. Я не могу сразу заплатить, например, $300. Да? Нет, только 100. Только 100? Да, каждый месяц. Вы хотите 300 жену и деду. Я ответила на ваши вопросы? Окей. Наташа, расскажите свою историю, пожалуйста. Ну, поэтапно, год и месяц. Поэтапно, год и месяц, и сейчас прям выложу. Сейчас. Ой, спасибо за внимание, еще рано. Еще не спасибо. Смотрите. У нас есть маркетинг-план, сегодня его рассказывать не буду, потому что вы уже устали, нечем вам дышать. Буквально 5 минут вашего времени, и я откланяюсь. А в кабинете мы продолжим. Да. Да? Смотрите, я пришла в Инкрузес с 1.02.2017 года. Я никогда в истории Инкрузес не была на первом ранге маркетинг-директор. В феврале у меня во втором месяце было два маркетинг-директора в моей команде. Я была даже не на безоплатке. В марте месяце у меня было в команде уже 4 маркетинг-директора, я была даже еще не на бесплатке. В апреле месяце у меня было уже 7 маркетинг-директоров, я была даже не на бесплатке, не была маркетинг-директором в истории Инкрузес. Но май месяц 2017 я сразу вышла на сеньор-маркетинг-директор и начала зарабатывать от $1500 в месяц. Да? Июль месяц 2017 года я вышла на региональный директор и уже зарабатывала там $2500-3700, да. В октябре месяце 2017 года я вышла на ранг национальный директор с доходом $7000. В январе месяце 2018 года я вышла на ранг интернациональный директор с чеком $17000 в месяц. В январе месяце 2019 года я вышла на ранг член совета директоров компании с чеком от $100000 в месяц. Как? Я не знаю, как за год выйти на члена совета директоров с чеком 100 тысяч, но я четко знаю, как это сделать за 2 года ровно.
Если вы сегодня примете решение, то наша команда имеет возможность вас научить. Но есть одно правило. Если вы хотите результата, танцуем под нашу музыку. Она у нас классная. Во-первых, она экологичная. Окей? Да. Вам понравилось? Да, Юля? Еще вопрос. А? Вопрос есть. Понятно. Было нелегко, Ира. Было нелегко, но я не искала оправданий. Я приглашала всех подряд. Я работала 16 часов в сутки. Я делала 20-30 звонков в день. Я делала там 2-3-5-7 разговоров в день. Это было нелегко. А легко не бывает. Легко это в институте и потом горбатиться там, где нет пенсии. Вот там легко. А это было нелегко. Я с тобой согласна. Надо же мозги перепрошить. Всегда легко на работе. Да. Вы знаете, что закрываются все круизы в связи с пандемией коронавируса? Все круизы? Да. Прям все? Ну да, Средиземное море в первую очередь. И что? Откроются, пройдя коронавирус, откроются, я вас умоляю. Слушайте, знаете, что я вам хочу сказать? Это большая политика, а она великая проститутка. И она мне не нравится. Ну, Японии стоит круизный лайн. О, Боже, мы сейчас... Хай суби стоит. Понимаете? Поэтому насчет этого, я вам хочу сказать, и это пройдет. Понимаете, есть очень хорошая фраза, кто-то из великих сказал, можно ли носить воду в решете? Можно, просто надо дождаться зимы. Поэтому терпение, господа, терпение, и все будет the best forever, поверьте. Из Иргут. Великое спасибо. Да? Да. Подождите, да. Одесса. Заходите в Google, украинское правительство, Одесский порт обіцяє нашому населенню Одесу відкрити для прийому великих лайнерів до кінця 2020 року. Найдальший термін – це початок 2021 року. Чому? Я вам розказую. Тому що ці лайнери мають дуже велику глибину занурення під воду, тому що вони стоять стабілізатори качки. Це такі огромні дурдочки, як оця кімната, да? Бо там виступають цирки, де мікро ці міліметри мають значення, розумієте, да? А Одеса, вона мелка, і туди періодично заходять великі лайнери, і вони вивчають дно, і потім півроку туди не можуть зайти другі лайнери, тому що воно дуже схвильоване, тому що лайнери можуть прийматися, але далеко від берега, тому це не є раціональним, тому що людей треба доставляти з лайнера на берег, потім обратно, розумієте, да? Одеса готовить дно. На здоров'я. А можна знати во время шторму? А во время шторма лайнеры или остаются в том порту, или меняют маршрут? Да не застают. Сегодня навигация работает, Ира. Знаете, хотите, расскажу анекдот? Вы знаете, вот одинокая женщина, она хотела выйти замуж, и она всегда говорила, мужики, извините, всегда говорила, все мужчины сво. Представляете, вот все сво, и она так хотела выйти замуж. И тут ее приглашают на бал, где 100 мужиков, один из них сво, и она одна. Приходи, выбирай. Угадайте? Сво. Почему? Он был один. Почему? Мысли материальные. Знаете, я могла работать училкой. Я безумно люблю поэзию до сих пор, да. Я, ну, обожаю это. Но если мы хотим другой жизни, но мы по-другому начинаем думать, жить, считать и так далее, Ир. Ну, нельзя завтра получить другой результат, сегодня делая то, что вчера. А другой получится. Получится. А? Все получилось. Давай. А вы теперь только так отдыхаете? Других вариантов нет? Как? На корабле. Почему? Почему? Я вас умоляю. Я уже... У вас есть счастье? Не поняла. У вас
спрашиваю. Дачи нет, зачем мне дача? У меня есть возможность быть на Канарах, на Бали. Зачем мне дача? На дачу я пока не... Если вы имеете в виду сейчас с ночком, то нету. А если вот дачу, придачу, я сегодня могу снять любую дачу, пожить недельку в свое удовольствие даже под Киевом. Как бы с горничной и так далее. Удовольствие грядки пополоть, если захочешь. Понимаете? Вот это вся информация. Где-то есть какой-то брошюры? Все есть, брошюры. У нас очень классные брошюры. Светочка Ивановна, где она? А дайте, Таня, дай мне одну брошюру для этого мужчины, я подарю, а всем остальным покажу. За 40 вот эту. Брошюру в студии. А? Да. Две дайте, пожалуйста, все, бишь не даю. Сергей. Три дайте. Привет, Сергей. Что ж я могу? Что я могу? Если я тут. Три штучки дайте, пожалуйста. Я не знаю, какой он перспективный, но глаза у него хорошие. Дайте сюда, пожалуйста. Как вас зовут? Михаил. Очень приятно. Михаил, подарок от гордиректора. Дякую. Сереженька, вам, смотрите, есть такая брошюра, где вы все можете прочитать, тут и про круизы, и про маркетинг и так далее, это те слайды, которые я вам третью часть показала, вот, они есть в свободной продаже, они по 40 гривен, очень презентабельные, да? На сайте такой, ну, на сайте есть, но не настолько информация, это мое детище, это я разработала с моими дизайнерами. Автограф можно попросить? Конечно. Да. Давайте. Это самое яньше. Это на Ростове. Да. 32 года в Киеве, уроженка Житомирской области. Возбудилась. Откуда имя? Нормальная. А что значит патриот Украины? Я патриот счастливой жизни. Не важно где. А чьи я патриот Украины, я люблю свою Ненька, я люблю свою Россию, я люблю Киев. Я люблю Киев. Хорошо. Я люблю Карпаты. Кстати, дорогие директора, приглашаем вас на наше командное мероприятие, которое будет проходить в Буковеле для маркетинг-директоров и выше. Но если вы перспективные люди, то обратитесь к наставникам, которые у вас есть. С 20 по 22 марта у нас будет грандиозное мероприятие в Редисон Блу, в Буковеле Резорт. Обалденное будет настроение. Все. Спасибо.